שהוא בן דוד של משה. לגדי משה. והוא משה את לוי. לא, לא, הוא לא בן דוד. כן, בן דוד. ויורד נברד. בן דוד של משה, קרובי משפחה. אני זה בשמי. והוא משה את לוי. אני אופה יסיני, איז רוד לוי. ובצד שני, דרוגוי סטרני. דתן, אבירן ואון. דתן, אבירן ואון. והם כולנו משבט ראובן. אני איז דרוגו קלנה, איז פרמנס ראובן. והם כולם נגד משה. Все они объединились против Моше. Мне очень важно понять, что там происходило реально. И я хочу взглянуть на это с исторической точки зрения. Мы знаем, что в начале Рувен был первенец. И на нем была вся власть, которая принадлежит. Кто-то помнит, какая проблема у него случилась с его отцом? Он переспал с одной из наложниц. И поэтому Яков... ובמקומו, מי היה חזק בכל ה-12 בני יצחק? בני יעקב, מי היה חזק? מי? יהודה. אנחנו רואים שיהודה לקח סמכות. אבל אחר כך אנחנו רואים שהוא יזם מכירת של יוסף. Но мы также знаем, что это его была инициатива продать Йосефа. Так что и он наследил и испортил свои слова. Так что когда сыны Израиля сошли в Египет, ככה קרה שבחרו בלוי להיות מנהיג בין האחים. Руководящим был избран Леви. Мишу де лама. И вы знаете почему? Лама давка бахруба Леви. Почему именно Леви вы избрали первенство среди братьев? С кем? С дельцом. Кем ле, а вальфара я шам. Леви вальфара юман егим. И да, и нет, но к этому времени левиты уже были. Мишу, ешло район лава. Лама шевет Леви, лаках мангигуд бен ахим в Мицраим. Кто-то знает, почему именно Леви досталось первенство среди евреев? Потому что он помогал Моше в самом начале. Леви за аба шелаем, аба шел, аба шел, аба. Лама давка Леви нафал это ахрают от себя. Почему именно Леви? Почему? אני אסביר לכם בקצרה, זה לא עובדה לגמרי מהמדרש. לא, זה לא מדרש. אוקיי. אנחנו זוכרים, אתם זוכרים סיטואציה כשיעקב ובנים נכנסו לארץ, אחרי לבן. אתם ראיתם סיטואציה כגדה יעקב ימו סנביה, פוסט כמו כך יעקב רושול הפלן, אני זשלי את מלביבית. ו... לא, לא, הם חזרו לארץ מלבן. אני ורנוליס... Когда Яков от Лавана вернулся в Канаан, Хамор бен Хамор Анас Дина, и Хамор сын осел, сын осла, он изнасиловал Дину, сестру, вы помните эту историю? Башхем. Его так звали Хамор. Аз Леви и Шимон, Асуни Киман. И Леви и Шимон, братья, отомстили за свою сестру. Но Шимон сделал это с плохим настроением, с плохой мотивацией. Просто кровная месть. Но Леви, он, у него в сердце был правильный мотив. А мотив, что Леви, а я душа шелам Исраэль. И его мотив был святость народа Израиля. Он понимал вместе с отцами своими, что Израилю предстоит особенное призвание от Всевышнего. И тогда, когда народ Израиля находит себя в Египте, они начинают чувствовать, как Египет на них начинает влиять очень сильно. А зем бухрим по Леви.
и они избирают Леви. Ки ле лаем ая кина абур ам Исраэль лифне Элохим. Эм килу яхлу лишмор ам Исраэль ле нуга мехет. Потому что в них с тех пор была вот эта ревность по святости Израиля в сыновьях Леви. Ревность по святости Израиля, и сыны Израиля обратились к ним, как и способным нести эту, хранить эту святость. И вот мы видим, что именно сыны Леви самые сильные в земле египетской. С одной стороны, с мудростью, Корах умер, а нахну гам яхулим льет манедим. Корах заявляет, что да, мы в состоянии быть лидерами. И вся лист такие на цепицура демократии, но это окей, да. И если рассуждать с точки зрения демократической и сегодняшней, то да, можно сказать, что по законам демократии нужно честно выбрать. И вот сыны Рувима. הם גם אומרים, אוקיי, אבא שלנו כבר שילם מחיר. אני говорю, ну что, наш папа, дети за отца не отвечают. Наш папа сделал нехорошее дело. Он уже за свое заплатил. וגם פה כתוב שכולם היו ראשי עדות. И написано, что все эти бунтари, они были главами поколений. אז גם הם, לפי צורה דמוקרטית, למה לא? И поэтому они были уважаемые люди, и с точки зрения демократической, за ними были масса трудящихся. И почему бы нет, почему бы не быть лидерами? Но Бог не считается с этими точками зрения, Он делает свой выбор. И через чудеса и знамения. Моше есть самхут. Он доказывает, что его слово верно и что власть принадлежит Аарону и Моше. Что же мы можем выучить из всего этого дела? Помимо работ, бакилот, бакнисиот. Очень часто можно видеть, как вообще были в церквях. Когда читают эти стихи, ты не смеешь, они говорят, открывать свой рот против своего пастора. Пастор же кадош! Потому что пастор он свят. А валим пастор не кадош. А если пастор не свят? Азма, асур лифтуах пе? Так что, запрещается открыть свой рот? Хэмбер, анахну цехим лавим, ктувим, лё льот хамурим. Анахну цехим лавим, ктувим, лё льот хамурим. Хамур. Мы должны чаще читать Писание, особенно на ночь, чтобы не быть ослами с утра. Лама? Почему? Кодем коль, ты стаклёй Моше вала Аарон. Посмотрите на Аарон и Моше. Баймет, машу лёг беседер не раба от хала. Действительно, можно увидеть, что что-то там не совсем в порядке. Шнеяхим, то всем самхут по полям Исраэль. Реально, одна семья захватывает власть, они оба братья, помню, родные братья. Одна семья захватывает власть. Бецалель своего племянника назначает главным архитектором скинии. Есть по хашаде нуши. И здесь есть вполне себе человеческое подозрение, что что-то здесь не правда. Ктуви меландим отану. Написание учит нас. Леколи ньян литяхес ищит, ло лазо аклалот. Очень важно не делать обобщений, но вникать в каждый конкретный случай. Имя Моше. Вот Моше, например. Бен Шмоним. Ему 80 лет. А я хай беседер по Мадиан. Он в Мадиане очень хорошо жил. Венихнас ле царот им конам Исраэль. И они нужны ему, эти все были балаганы, все с водить народ Израиля. Имя Аарон. И вот Аарон. Чуах гадоль ми Моше. И что он старший брат Моше. Питом мухам ли шавет ляха катаршеру. И вот он должен подчиниться и служить младшему брату. Векан анахну руим ше ахарей бдика азу, эм юцим беседер гамур. И после вот этих испытаний, которые Бог их переставил и перетасовал, и они выдержали это испытание. И Бог доказывает, что да, они достойны того, чтобы вести Израиль вперед. Посмотрите на нашего Биби Натаньяху.
רצו להלביש עליו כל מיני בעיות, הוא קנה, הוא מכר את הסוללות האלה. И на него хотели повесить всех дохлых собак, каких только нашли, и многие расследования делались против него, и всякие... Лифне кама ямим, буая бахакира, шесть шаот аль солила. Недавно, несколько дней тому назад, в течение нескольких часов, шесть часов подряд, устраивали ему допрос по поводу подводных лодок, которые были заказаны там, где... И вдруг выясняется, в конце концов, что ничего подобного, он не имеет к этому делу никакого отношения. Но мы знаем, что наш доблестный президент серьезные ребята из нашего правительства, они до сих пор сидят в тюрьме. Мы нашему лунгим. Чему мы учимся? Асур ли йод рахлан? Очень важно хранить свои уста от того, чтобы распространять сплетни. Авангам асур ли йод ивер? Но также и не надо делать из себя слепого. Эн бен адам мушлам. Нет совершенного человека. Вы бекальзе эцель рой киева ешь зитмей киева. И для этого у пастора общины есть старейшины общины. И они могут сказать ему, дорогуша, вас тут не стояло. אבל לעשות את ההכללה, סתום את הפה, סתום את הפה, סתום את הפה, זה אסור. Но везде и всюду делать такие глобальные обобщения и говорить, закрой свой рот и никогда вообще его не открывай, это неправильно. כי הנה, יש איזשהו פסטור שהיה לו הרם של הבנות. И вдруг выясняется какой-то пастор, который держал чуть ли не целый гарем. ואז בושה נופלת על כל גוף המשיח. И тогда в грязи вымазано все тело Мессии. על מה אנחנו לומדים פה? А чему мы здесь учимся? רכילות זה לא טוב. Сплетня это мерзкое дело. אבל עיוור זה גם עיוור וחירש זה גם לא טוב. Делать из себя глухого и немого это тоже. אבל עלינו לבקש מאלוהים. Но нам надлежит просить у Бога. Рух של хухма. Духа мудрости. ואז אנחנו יכולים ללמד עמנו. И тогда мы можем учить народ Израиля. בדברים ראויים. Достойным вещам. Моше אומר פה. Моше говорит. למה אתם מתענים בי? От чего вы завидуете? אתם נתתם לי חמור? כתוב פה. Разве я получил от вас хотя бы осла? Они шрамки алькой товарный виза шили. Лова как ты им хэм клюм? Я не взял с вас никакой суды. Я все плачу по... Мастер-карту у него был. Нет, мастер-карту. Американ Экспресс. Кредитные карточки, свои личные, еще с египетских времен, дворцовые карточки. У него был вклад там. Платит за швейцарским банком. Да, Аруна Мэр. А Аарон говорит, они мешают для Акшири. А что такое? Это мой брат. Это нормальное дело, когда брат держится брата. Они томер бархи. Я поддерживаю своего брата. Вы ешли мифад левис. И те джинсы, которые на нашей фабрике выпускают. Кому вам нравится с лейблом левис. Что такое? Каждый вкладывает сегодня как можно. Они цухет. Я смеюсь. אנחנו צריכים להיות חכמים. Нам важно быть мудрыми. אם אנחנו משחררים רכילות. Если только мы выпускаем из уст своих сплетни. הוא פותח בשבילנו שאול. Он открывает для нас ад. ואנחנו נופלים לשאול הזה. И мы сами падаем в эту яму. אז חבר'ה. Ну так что, ребята. תתנקו עיניים מהקנאה. Просто очистите свои глаза от зависти. כי אחרת אתם נופלים בשאול ונפגעים מהשאול. Потому что иначе вы попадаете в шеол и вы будете ранен шеолом. אבל בצד שני. Но с другой стороны. כשאתה רואה אח שלך חוטא. Когда ты видишь брата своего согрешающего. Скажи ему об этом. אחרת יהיה לו בעיה. Иначе у него будет проблема. ואתה תהיה אחראי. И кровь его будет на твоей голове. Зерасипу. Это рассказ, который мы здесь читаем. Зерасипу. Это рассказ. Велуим макинат шело. И Бог знает своих.
והוא יודע לתמוך באלה ששלו. И он знает, как поддержать своих. והוא תמך בארון ובמשה. И он поддержал Моше и Аарона. זה היה ברור? Это было ясно? יופי. אבינו שבשמיים. Отец наш, который небеса. אני מתפלל שתעזור לנו תמיד להיות כמו ארון ומשה. Молюсь о том, чтобы ты помог нам быть подобными Аарону и Моше. И чтобы, как Ицхак говорил, чтобы мы были всегда в состоянии ходатайствовать за тех, которые нас преследуют. И помоги нам сказать в свое время в правильном месте брату или сестре, будьте лучше. Потому что таким образом мы исполним великую заповедь. Потому что сказано нам Богом, будьте святы, как я свят.